все. Вы хотите погулять? После начинается в темноте. Хотите, раскрою один маленький секрет? Да, конечно, мы будем секретно. Только Марина его уже знает, Марина не подставленника. Вот это вот лампа чудная, да? Аладдина. Лампа Аладдина. Как вы думаете, что это? Не в смысле, что это там? Можно об нее запереться и... А что не что оно? Из чего это сделано? Из Алисы в стране чудес. Еще вариант. Можно заглянуть под юбку невесты! Да, это юбка невесты. Невесту на платье. Ну ладно, хорошо. Стихотворение. Этап. Соответствие. Кровь, система и вагон. Вот так. А вот. Курит в сторонке ноль. В системе единиц он лишний явно. Несоответствие стандарту налицо. И отклонений прочих у него подавно. Окей, подумал ноль. За свою боль я нанесу удар. Я кровь пущу наружу. Мне единицы нахрен не сдались. Я ноль. Я тоже где-нибудь кому-то точно нужен. Пошел и перебил всем единицам нос. И их тела худые, стройные, согнул дугой. Ну что сказал? Теперь я супербосс. Теперь не отличаюсь я не другой. Потом, конечно, сел в вагон и по этапу. Но единицы ныне сгорбились вопрос. А надо ли ходить вот так по трапу? Решили, что не будут вешать нос. И более не вешать на нули ярлык. Подумали, не лучше ли вешать сразу их? Нулей тупо. Конец. Барамбо. Соответствие, кровь, система, вагон, состояние системы соответствует этапу вагона в крови. Ты не в состоянии увидеть, что они разносят ОРВИ. Но с ударением на О и далеко не на востоке. Остерегаться ли или противостоять им, они крайне жестоки. С нами в битве духовной или нет, не представляю. Но здоровье живо не будет, если я правильно понимаю состояние этапа вагона в крови. Вагон, он в движении, но не по твоему решению. Не обращай внимания на эти слова. Вредоносный сей манускрипт просто возьми, разорви. Вау! Дети за него. Коллапсирует система всей вселенной. Тебя, как и все остальное, сметет из потока времени бренного. Ведь это состояние соответствует этапу вагона в крови. Миша, а сколько раз ты повторил все эти слова? Ну, это же куплеты, припев. Это классно. Это, кстати, что-то новое, Миша. Никто не писал песни, когда мы играли в этот слух. Это что-то необычное очень. Спасибо. Спасибо, Миш. Ну, кто еще хочет почитать? Буду учиться писать песни. Быстро и сердито. Состояние этапа соответствия вагона. Чуть-чуть на
знакомую на бутылочке кредитца. Все, ты будешь читать? Хочешь, я прочитаю купила? Попозже? Я ухожу скоро. Ну, я думаю, так что у тебя последний шанс. А вдруг он прочитать Ники. Да, Саша тогда думал. Давай. Так, соответствие, кровь, система, вагон. Брат мой кровный, вагон зловонный, сквозь тоннель летит стремглав. Бессистемно на сиденье, соответствие толпе, последней жизни сок кушаю. Всеобщий наш этап. Курточки прямо на этапе. А я еще раз? Да. Да, никто не слышал. А где мой вот, вот, вот. Это? Это же не мое, нет? Да это чье? Ты признаешь свое творение? Не, это не мой почерк. Как не твой? Это не твое? Не мой почерк. Марина, ты не писал? Ну давайте кто-нибудь. Потому что тогда осталось Ника и Дима. Ты не писала? Марина не захотела. Ух ты! Зловонный этап. Несоответствие системе. У меня просто груз такой. Это нормально. Этап, соответствие, кровь, система, вагон. Как-то раз я ехал в вагоне метро. На тот момент мне было 17 лет. И задумался. Тяжелый этап в моей жизни, ничего не скажешь. Прошлая душевная кровь запеклась, забылась. А новая только предстояла просочиться сквозь вены. В моей системе координат необходимо было соответствовать многим правилам и установкам. Носить маски, за что я себя постоянно поедал. В общем, все как у всех. Но меня мучило, что соответствовать вовсе и не хотелось. Что я совсем терялся в толпе других людей. Наступила моя станция, и я вышел, забудь весь этот бред. Ладно. Там, что, возьму не свое, да? Читай что-нибудь чужое, да. Давай. А где твой для вас? Для вас. И для вас. Этот этап еще не был пройден. Молодая медсестра понимала, что у нее не будет другого шанса. Скоро финальный экзамен, а она так еще не научилась работать с манекенами. А из-за чего? Это сущая ерунда. Необъяснимая, мучившая еще с самого детства, натуральнейшая ерундень. Та проблема, что не тревожила, казалось, никого из ее медколледжа, ну, кроме нее. Она до безумия боялась крови и всего, что хоть капельку напоминало кровь.
Несоответствие иррациональных страхов и горячего альтруистического желания работать спасительницей людских жизней – вот что являла собой молодая женщина, чья одинокая, сжатая от неуверенности фигура привлекала порой совсем ненужное внимание. Вагон метро плавно покачивался. Общежитие на окраине города. Легче еще пару установок. Резкий свет ламп вагона оттенял неумолимо подступавший вечер. Мысли были без системы. Круто! Классно! Сами написали. Но мне хочется чему-то все-таки музыку, может быть, закончим какую-то музыку петь. Да, давайте последнюю песню споем какую-нибудь, которую мы все знаем. Которую мы знаем. Что у нас там из знакомого всем? Лоза. Ему самарин, да нет. Ну что за? Меладзе все знают, наверное. Ну, боже мой. Пугачёва. Ну, Киша. А ты помнишь? Я помню только прикинь. Как и все здесь. Давай. Может быть, у кого есть какие-то еще предложения? 30 секунд до Марса. 30. Ну, можно Аббу, раз у нас Рождество. А, давай. Да, 33 коровы. Ну, Аббу, мне кажется, все знают. Happy New Year! 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 Мажор был. Мы к вам заехали на час. Новый год! Новый год! Очень, кстати, современный, дорогие друзья. Ну ладно. Вот и без новой изменчик. А давайте, давайте тогда... А давайте твою... А может, я твою? Или это как это? Инфорс, Бонда, елочка, Инфорс, Шиз. Дай. Было. Осталось для следующего нового года!